Успокойтесь. Успокойтесь, Иван Васильевич. Горе мне. Приехал я, значит, на адрес. Позже я уже позвонил в магазин, оказывается, хозяева живут в Германии. Меня встретил от девочки, оказывается. Значит, зашел в квартиру. В квартире еще черновая шпаклевка на стенах везде. Потолков нету, хрен с ним, потолки меня не интересуют. На стенах черновая шпаклевка. Нужно установить двери. Ну, во-первых, нахрена, если еще нету обоев или что они там, финишное покрытие. Нахрена двери ставить? Ну ладно, я уже на это забил как-то. Болт, блин, хрен с ним оставлю. Один проем 82 сантиметра шириной. Двери, дуплекс, белорис, у них коробки 16 миллиметров, блин. Там и так зазоры будут, блин, почти по 4 сантиметра пены, блин. А 82 сантиметра проем, это, блин, по 5 сантиметров будут зазоры. Ну, это жесть. Еще, он просит, говорит, сдвинь дверь максимально в сторону замка. Там, говорит, сантиметр отступи, то есть со стороны петель будет вообще зазор, блядь. Что за хрень? Я говорю, так никто не делает, говорю. Я буду ставить посередине проема. Ладно, я там чуть-чуть могу сместить, блядь, там, ну, на сантиметр всего лишь, блядь. Потому что мне надо, чтобы одинаковая пена была. Что ты тут нервничаешь, что ты тут кричишь? Я нормально ему сказал, что так никто не делает. Вон там, говорит, на лестничной клетке есть гипса. Прикрутишь гипсу, я потом сам обрежу его как надо. В смысле ты обрежешь? А наличники я как ставить буду? Мне это нужно подготавливать твои проемы, блядь. Ты проебал, блядь, проем этот? Тебе надо сдвинуть дверь. А я должен это делать. Я приезжаю двери ставить, но никак не проемы заужать. Не согласен, я мог бы заузить проем. Ну, блядь, сделан был бы ремонт полностью, блин. Ну, блядь, такое отношение скользкое, можно сказать. Нахрен мне нужно. Я развернулся, короче, и ушел. Магазин позвонил, заказ от магазина. Магазин предупредил, говорю, я уехал, я ставить не буду. Да, мы знаем, что там ремонт еще не сделан. Мы предупреждали, что гарантии не будет. А делочник сказал, да и хрен с ним с этой гарантией, блин. Он хотел выехать на мастере, что типа мастер потом будет, блядь, за все отвечать, блядь. Да 100 пудов двери уйдут, лезут куда-нибудь, зазоры уйдут, все это. Ты хоть там на что посади, блядь, эти двери, блядь, хоть на сварку железную, блядь. Хоть на чугунную, все равно зазоры уйдут, блядь. Вот ей-богу, эти обделочники, блядь, бесят, блядь. Они привыкли, что, блядь, человек приходит, как попало делать. Прошли те времена, когда человек, установщик двери приходит и как попало делать. Это шабашник может еще прийти, как попало сделать. Если ты заказываешь мастера, мастер придет и сделает все красиво, все, поставит красиво и должно стоять. Ничего никуда сниматься не должно. Никто так не делает, двери придет сегодня поставить, наличники через месяц придет поставить, доборы через два месяца придет. Никто так не делает, блядь. А то мне пишут отделочники, у нас бывает, что двери одни ставят, один мастер ставит, мы потом шпаклюем, красим, потом доборы приходит, другой мастер ставит, а потом наличники еще третий мастер приходит ставить. Че за хрень, блядь? Почему я, вот у меня отделочники бывает тоже, да, нужно поставить двери, чтобы они смонтировали плинтуса, чтобы плинтуса будут красить вместе со стеной. Почему я приезжаю, я сразу ставлю, блядь, и доборы, и двери, и доборы, и наличники. Почему я так делаю? Почему я не перекладываю на потом? Кому, блядь, интересно приезжать это 10 раз на один и тот же заказ, блядь? Поставил наличники, все. Отделочники надо, они сами снимут, подпишут, уберут, все. Покрасят стены, поставят обратно. Не хотят они это делать, пускай платят. Минимальный выезд, приеду, сниму, уберу. Надо поставить, ну, пускай еще раз платят за минимальный выезд, приеду, поставлю и все, сдам объект. Но они не хотят же, ни они, ни заказчики не хотят тратить лишние деньги, все хотят на халяву, блядь. А халява потом ваша вылазит, блядь, то зазоры ушли, то еще что-нибудь, то дверь поцарапали, то еще что-нибудь. Поэтому делайте, блядь, ремонт сначала полностью. Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз. Ей-богу, блядь. Только прокатился зря туда-обратно, сколько, 91 километр уже. Мне ваши двери вообще не жалко. Мне жалко свой труд, что в это говно я должен ставить, вкладывать свою душу, свой труд, блядь. На ваши двери я уже давно наплевал, блядь, раз вам самим наплевать на это все. Но я не хочу в это говно вкладывать свою душу и свой труд. Не хочу работать в этом говне, блядь. Еще квартира вся завалена, блядь. Мы тебе там кухню освободили, блядь. Комнатах, блядь, темно, блядь, на кухне свет есть, в комнатах темно, это опять сейчас, у нас, блядь, сумерки, блядь, да, сейчас солнышко вышло, но, блядь, его, оно то есть, то нет, блядь, и что я там буду
Сидеть выжидать, пока солнце загорится, и лампочки с собой возить? Да нахрен оно мне обосралось? Короче, 3 дня выходных. Буду монтировать видюшки. А, нет, сейчас дозвонился до мастера. Завтра поеду на СТО. Наконец-то я поменяю ступицу. А то она уже у меня, когда начинает трогать, она кричит: больно мне, больно, не унять эту злую боль. Да, поеду поменяю. Вот, выговорился, короче. Ладно, всем здоровья, успехов. Делайте ремонт правильно.